Армяне, незаконно живущие в городе Лачин, проводят там последние дни. Город почти полностью опустел. Большое количество армян уже покинуло Лачин, передает Азия-Ас. Армяне раскопали могилы и забрали с собой останки тел. Окна и двери одного здания были снесены. Также стало известно, что в Лачине не хватает продовольствия. Армяне, готовившиеся покинуть Лачин, оказались в печальной ситуации. В единственном магазине здесь нечего купить, кроме кофе и сухих кормов. Владелица магазина, Аида Баликян, заявила, что власти Армении их обманули. Особо примечательна фраза, написанная армянами на стене дома. «Мы уезжаем во второй раз. Боже, не загораживай дорогу назад». На самом деле, переселяясь на территорию другой страны, они должны были подумать о том дне, когда вернутся настоящие хозяева этих земель. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.